кем? С народным змеем? То есть народ это отстой, да? То есть народный змей. Да, капец у них тут вообще, да, я офигею. Шизики, шизики, шизики. Что-то так у них потемнело прямо в этих их местных джунглях. Сейчас я как всегда окраины осмотрю, а потом ринем куда надо. Вроде нигде ничего. Птицы гадят, блин, яблоки валяются. Таких яблочек может и не по себе стать. Какие-то американские важные личности. Очередная это... А, не, я думал, Комсток. Найдите девушку. В атаку! Схера ли, бля? Я вас что трогал, бля? А реально, вроде гражданский, я вас что, бля, трогал? Заткнись, бля. Бухло, бухло. Когда ангел Колумбии даровал инструменты для строительства нового Эдема, основатели не мешкали ни секунды. 85 лет люди готовились воплотить Божью волю. Но, когда пришел великий отступник, то принес с собой войну. И луга Эдема окропила кровь братьев. Вместо обещанной свободы нас ждала... только смерть. Это обо мне или чё? Короче, я их не трогал, сами напали, блядь. Если чё-то там какие-то мутки будут с ачивками, я не виноват, что я стрелял по гражданским. Минус здоровья плюс соли. Ну такое, замкнутый круг, короче. Что за срач у них тут? Куда вы беретесь, ворон? Ты, бля, не разбивается. Не, ты могло быть нычкой какой-нибудь. То есть вороны жрут воронов, понятно? Или это что-то другое, типа песика? Жесть какая. Вот она вся красота этого мира, да? Все так красиво было. Покрестили. Типа утопили. Да, братишки, у вас тут что с это, я не пойму. Такое чувство, что она не полная, но здесь пишет максимально солей. Странно это все.
как его? Куклускан, блин. Я тебя поручу! Не уйдя! Прикольно, тут особо целиться не надо, действительно. Фигарь себе левой. Интересно. Кончаются соли. Понятно. Куклусклан, блин, а? ККК. Как вот та ихняя кинематографическая студия. Чё, братишки, думаете, я не знаю, где у вас тут соли лежат-то? Да и там понятно, что есть, но если даже вернуться немного назад. Оп, надеюсь, он классно приземляется. Хотя можно за счет здоровья. Типа бух, 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 бух. Бухла, бух, бух, а потом этим вылечится. Да? А, наоборот, дает здоровье, расходует соли. Блять, неправильно я делаю. Ну ладно, не один хрен. Какое тут у них стрёмное место. Как этот Куклусклан тут живет? Алкоголь. Николай неправильно использовал, использовал алкоголь. Как тут не привыкну, что кнопка Q меняет. Можно было бы их всех поджарить. Чё, завалили моих двоих последователей, да? Лжепророка. И от чего же великий освободитель освободил черный народ? От чего? От хлеба насущного, от честного труда, от благодетелей, холивших их с колыбели и до могилы, от одежды и крова. И что же они сделали со своей свободой? Зайдите в Финктон. И сами все увидите. Ни одна тварь не рождается свободной, кроме белого человека. И это наш долг – заботиться о прочих тварях Господа нашего. Очень радует, что эта игра вышла в 2013 году, а не сейчас. Вся эта толерантность, как они гонят, почему в Чехии нет нигеров, да, в Ведьмаке нет нигеров и тому подобное. Очень радует, что эта игра вышла в далеком 2013 году. Если сейчас приходится даже в карточных играх менять название карточки, так как это, сука, ущемляет права биполярных людей и еще каких-то там, блин, гомосеков. Ну и нигеров тоже. Дополнительные задания помогают найти ценные ресурсы. Чтобы найти замок, отпираемый этим ключом, попробуйте вернуться туда, где вы были. Так и сделаю. Взять экстракт. Отлично. Что отлично? Нихуя не отлично. Типа туда, да? Типа туда. Типа. То есть я теперь должен фигарить назад, да? Через все это. Ну давайте. Проверим. Просто боюсь, что если выйду, то уже назад не вернусь. Я в этой игре еще новичок. Попробуем вернуться назад. Тут не особо быстро. Точнее, не особо долго. Если шифтом зажатым, я вижу, он не устает. Вообще даже шифт не надо сжать. W зажал и погнали. Так, я немного призабыл куда. Сюда.
надо всяких спас... А у вас что, респаун? Бля, не понял, кто взял? Не понял, на! А что это за мута-то? Приманка? Что делает приманка? Приманка, ты что делаешь вообще? Хер тебя знает. Где был сундук? Сундук был где-то не здесь. Фига себе, ты, я должен запомнить, где оно было? Хижина Ландауэна или кого-то там. Слышь, Нигер, где-то тут у тебя сундук был, или я сильно далеко вернулся? Нифига себе, я только начал играть и уже почти вкачал все жизни. Кошелек? Неужели в прошлый раз провтыкал? Так, и что, типа выполнилось, да? Все реально выполнилось. Можно улучшить. Это в каких-то автоматах улучшалки эти происходят, да? 148. Чего? Деталей? Патронов? Я фиг его знает. Нормально так вернулся назад, но зато качнулся. Так, тут у нас любители нигеров. Это херота все равно все еще здесь, чем бы оно ни было, эта приманка, так я и не додуплю. Лед. Интересный чувак. Ну, погнали. К народникам устроил настоящую бойню. Этот анархист ранил нескольких миротворцев, намеренно нанося как можно больший урон. До того он добыл оружие и открыл огонь по посетителям ярмарки. Он виновен в смерти по меньшей мере 8 честных жителей Колумбии. Преступник крайне опасен. Мы заклинаем вас. Не пытайтесь остановить его без помощи профессионалов. А теперь вернемся к музыке. Нормально, да, блин? Война у них тут идет, они к музыке вернутся. А кто же этот преступник, блин? Что это за дерьмо, блин? Как Фейт прям Mirror's Edge так же херячит.
Ну, я походу по латыни не читаю, поэтому без понятия, что здесь написано. Нашу расу. Ну что-то, короче, против нигеров однозначно. У вас что-то полезное здесь можно купить, кроме этих ссаных аптечек? Карнавал бережливости к вашим услугам! Спасибо, блин. Бля, вторую просрал просто так. Ну ладно. Индейцы. Индейцы зло. Как и нигеры. Интересно тут контора. Девушку-то найдем девушку. Не понял, что это было. Прям боеприпасы для пулемета настали, да? Святая Матерь Колумбии, почему мы чтим три символа в память о тебе? Мы чтим клинок, с ним мы сможем отомстить за тебя. Мы чтим ворона, он даст нам глаза по всему городу. Мы чтим гроб, ибо он напоминает, к чему нас приведет неудача. Блин, шизанутый мир. Понятно, что это полицейский участок, там, судя по всем этим вывескам. Не лезут уже боеприпасы, хотя странно. Новый предмет — брюки. Охотник за головами. Увеличивает критический урон на 50. На 50, что, блин? Сейчас используются брюки призрачный солдат. Шанс 70, что фраг, убитый энергетической ловушкой, станет призрачным союзником. Ча, блядь, энергетиком ловушкой. Предмет брюки. Увеличивает критический урон на 50. Если взять снаряжение и потом зайти в инвентарь. Я так понимаю, это инвентарь. Типа я могу выбрать. Не понял, но я же его взял. Кулак, превосходство, призрачный солдат. Ёпереси ты. Враг, убитый энергетиком ловушкой, станет призрачным союзником. Нахуй мне эти союзники? Блин, какая мутня, а. Энергетиком, блин, ловушка. Это что, вот этой девкой, которую я стреляю, средней? Которую я таки не понял принципа действия. Блин, как... О, так далеко вообще. Зато здесь пауза, походу, срабатывает. Хочу видеть этого призрачного солдата, так и быть. Потом поменяю. Криты мне пока не важны. Начало игры, я тут пока не вижу никаких сложностей. Зачем вы так со мной? Я просто хочу вернуться к семье. Нигер?
Хотя вы знаете, я передумал. Взрывную ловушку. Мы грешники, все мы. Нахера, я понимаю, ну на кой нам это? Жестокая штука. И? Нажмите, чтобы вызвать воронов-убийц. Зажмите и отпустите, чтобы создать гнездо-ловушку. Нажмите среднюю, чтобы вызвать. Так, зажмите, чтобы поставить. Да. А я все нормально чувствую. Так, как же про... Кто ж там призрачную... Людей когда-то та-та-та можно улучшить. Гипнотизер, ладно. Что с тобой, братишка? Новый предмет — шляпа. Пламенный ореол. Шанс 70%, что в рукопашной вы подожжете противника. За 4 секунды жертва получает 300 очков урона. Сравнить с моим. Электрический кулак. Шанс 70% оглушить противника в рукопашной. 4 секунды жертва уязвима. Ну пусть горит, мать их так. Ложный пастырь. Это карлик-мутант или же одноглазый француз ростом не более 4 футов и 9 дюймов. Карлик-мутант? Ты чё, блядь? Сейчас карлик-мутант вам наваляет. Я доберусь до острова монументов. Карлик-мутант, а? А если сюда я свалюсь, не? Опа. Ничего тут нет, что странно.
карлик-мутант. Или одноглазый француз. Так, хочу все-таки видеть вот эту штуку. Бит энергетиком ловушка и станет призрачным союзником. Так, хочу вот это увидеть. Прям капец-капец как хочу. Нормально, порылся в мусорке. Жрем все подряд, даже если жизни много. Они бы могли запретить хавать, если полный запас жизни. Но нет же, можно. Спасибо, вы офигеть как помогли. Сейчас, особенно когда я к вам доберусь. Махач, махач, блядь. Порядок, бро. Кто это такой? Я, что ли? Похож. Наверное. Я ведь букера не видел, а где-то баба делась. Умри, тварь. Ну, я-то типа добрый. Хаотично добрый, да? Да вы что, серьезно, наверх? Я там только что был. А, понял. Движемся дальше. Это я ведь просто зашел кому-то в гости. Капец. Тут дурак. Нет прохода. Нафига бабло в этой игре, я не пойму. Я надеюсь, там можно будет что-нибудь крутяцкое купить. Я тут буду копить всю игру. Потом как куплю какую-то вещь. Типа улучшалку ХП. Покинуть район. Это как раз будет повод сделать паузу в нашем сегодняшнем приключении.
ценит настоящие ценности. Так. Какой-то чувак ходит. Но мы на этом моменте с вами сохраняемся и прощаемся. Так, выход из игры. На главное меню. Да, выход из игры. И с вами был Ник Фрост. Я там не знаю, буду ли я этот ролик где-то еще разрезать посередине. Это скорее всего, да. И Bioshock Infinite. Ну, меня прет. Меня прет. Не знаю, что это такое. Это, наверное, ключи от замков. Но меня прет. Все. До скорых встреч в новой, скажем так, в новой серии. Пока-пока.